5 получается. О, все, я видео включил, можете комментировать, но только не материться. А побольше можно сделать? Нет, это максимум. Какая тут, блин. Капец, захватывают инопланетяне! Знаешь, почему это не похоже на самолет? Потому что, чтобы видеть... Опять появился, да сколько их там, блин? А хотя нет, это может быть самолетом. А почему он с того места с одного появляется? Видите? С одного и того же места появляется, да, и валятся как с конвейера вниз, очень скорость большая. Ну, они могут отрабатывать какой-нибудь элемент. Не, скорость не очень большая. Если бы внезапного появления из облака, да? Нет, смотри, а покой и через кого-то через одинаковый интервал времени появляется. Там максимум 3-4 самолета, они не могут так быстро в одно облако залетать. Не, ну вот так считать их, сколько уже прошло? То, там, что, наверное, 40. Да не могут быть 40 не самолетов. Не могут вот так вот. Да не могут по времени. Нет, они могут. Серию нет, могут. 40 самолетов могут быть, потому что они вон, чувак уши, дофига летают. Да это может 4 самолета. Не, ну они же четко вылетают из одного места. Да, и через один промежуток, пропадает. Смотри, вот он доходит, видишь, да. Примерно это. Вот опять появился, вот смотри, я даже могу наводить, откуда они появляются и куда они исчезают. А может быть это десантирование? Чье? Не знаю, десантника. Инопланетян? У них реактивные двигатели торможения над самой Землей включаются. Они на парашютах летят? А двигатели торможения включаются над самой вот Землей. Вот это вообще-то ни на что не похоже, просто светящаяся точка. Это я знаю, что это. Это неведомая хуйня. Я же просил не материться в эфире. Это технический термин. Он описывает крайне неизвестную, загадочную что-нибудь, сущность. Не, ну а что так постоянно, что ли, ничего делать нет, что ли, так вот крутиться? Ну, если это самолеты, то почему бы и нет? Не просто. Давайте посчитаем. Тренируются. Смотрите, они даже интервал, мне кажется, у них одинаковый. Это инопланетное вторжение. Он еще появился, уже с другого места начал появляться. Не вижу. Да не, мне кажется, это что-то как-то на самолеты не очень похоже. Вот. Слишком вот смотри, очень быстро прям, они двигаются. Прям линейкой можно мерить. Да а что это такое? И причем они уходят? Нет, Паш, не может быть. Они не слишком большой этот круг получается. Они тоже летают не очень быстро. Мы же не знаем, насколько это далеко от нас находится. Получается перед облаками, раз мы это видим. Может, это слегка в облаках. Может, там облачность разряженная. Вот он сейчас, он как бы вот туда, допустим, летит, а вот сейчас в этой точке развернулся к нам носом, поэтому мы перестаем его видеть. Пролетит сюда и потом опять на круг. Интересно, сегодня в новостях это кто-нибудь покажет. Мне кажется, это все-таки самолет, да, потому что уходил он. Ну, почему бы и нет? Я думаю, скорее, что это ничего такого.